Мендус, всем мы продолжаем наш проект, посвященный предстоящим выборам народных Урал. И сегодня в качестве эксперта у нас руководитель Калмыцкого регионального отделения Российского общества политологов Бунчан Николаевич Галзанов. Мендус Бунчан Николаевич. Мендус Валерьевич. Бунчан Николаевич, смотрите наш проект? Как вам? Ну, некоторые программы я посмотрел. Говорю по старорежимным программам, потому что все равно телевизионный формат. Ну, во-первых, проект, насколько я понимаю, пользуется спросом по количеству просмотров. Единственное, в свою очередь, хотел уточнить, откуда эта идея этого проекта, потому что пока, допустим, на других ресурсах я особо ничего такого аналогичного не вижу. Это целиком полностью ваш проект или, может быть, это некий партийный проект? Это было бы, ну, мне, во всяком случае, как... Понятно. Да, интересно. Ну, я уже как бы давал, когда мы, наверное, начинали этот проект, я давал как бы объявление, видео записывали. Мы на своей площадке на канале ZanOnline решили показать всех кандидатов, поскольку я не иду в Народный Урал по определенным причинам, и поскольку я занимаюсь политикой региональной, я был кандидатом, мы всегда выступали за честные выборы, и я считаю то, что наши люди, наши земляки должны видеть тех людей, которые избираются, это региональный парламент, это самый высший законодательный орган республики. И я благодарен всем партиям, тем кандидатам, которые откликнулись, то, что они приходят и как бы показывают себя, многим еще сказать. И вот такой проект, это лично моя была инициатива, а партии поддержали. Ну вот я почему задал этот вопрос, я специально вот те ссылочки на ваши программы, по-моему, с Намсыр Викторовичем, еще там Бадма Катинович, в качестве, может быть, праздной консультации поговорил с одним из ветеранов калмыцкого телевидения. Естественно, хотелось узнать мнение его о проекте, как это выглядит с телевизионной точки зрения. Ну, понятно, некоторые снобизмы все равно присутствуют, который называет это самодеятельностью, но, с другой стороны, ничего плохого в самодеятельности не вижу. Почему? Потому что если какие-то профессиональные, официальные каналы не предоставляют вполне актуальные повестки, которые вы предоставляете, значит, будет самодеятельность. И это хорошо. Я лично приветствую и рад сегодня принять участие в вашем эфире. Да, спасибо, что пришли, Мичель Николаевич. Мы еще хотим дебаты устроить. Я бы хотел бы вас просить, да, даже помочь мне провести эти дебаты. Ну, если это как совместный проект калмыцкого отделения Российского общества политологов, я не возражаю, тем более действительно в этом есть, как говорится, смысл и перспектива, и может быть даже интересно, поскольку среди, я не знаю, там арбитров, экспертов и так далее, могли бы принять участие наши участники, да, то есть члены регионального отделения РОПа. Плюс дополнительно те, которые принимают участие в наших традиционных круглых столах, одним из которых, кстати, являетесь вы. Поэтому спасибо вам большое. Обязательно. И так предлагайте, а мы сразу обсудим. Думаю, мы обсудим попозже. Бунчан Николаевич, выборы, Народный Урал. Смотрим передачи, видим людей, вот газеты, агитационный материал. Как вам, вот, на ваш взгляд, специалиста, да, эксперта, руководителя Калмропа, у нас протекает избирательная кампания? Штатно. Штатно, как штатно, понять? Сравнительно спокойно, и в принципе все делают то, что могут. Собственно говоря, что-то такого, чтобы особенно выделялось на фоне предыдущих выборов, ну, как-то нельзя сказать, что это вот каким-то образом выделяется. Очевидно, доминирующее положение Единой России, соответственно, постоянный второй призер КПРФ, ну и так далее по списку. Каких-то инцидентов, прецедентов я как-то вот пока не заметил. Может быть, что-то будет впереди, выборы есть выборы, и там всегда элемент непредсказуемости каких-то. Инциденты, прецеденты, что имеете в виду? Да, но имеется в виду какие-то, может быть, громкие заявления, может быть, какие-то действительно интересные инициативы. И так далее, и так далее. Все может быть. Я, кстати говоря, не совсем разделяю ваше мнение. Вы на одном из круглых столов упомянули или спрогнозировали относительно того, что вот предстоящие выборы будут жесткими и даже грязными.
Ну, пока для этого оснований думать нету. Ну, может быть, что-то будет впереди, хотя вероятность этого мала. Вот если в целом, если вкратце и в целом сказать о том, что как видится пока текущая выборная кампания. Ну да, она действительно происходит спокойно, на удивление. Ну, я думаю, тому есть основания. Василий Николаевич, изменение избирательной системы, появление одномандатных округов, разделение вот 17 кандидатов по одномандатным округам, нарезка округов, я думаю, вы знакомы, как прокомментируете? Вы... Это хорошо для республики, для избирателя, для кандидата, или наоборот, надо было оставить партийную систему чисто вот так вот? Ну, ваше мнение, эксперта. В данном случае не буду оригинален, это общее мнение, и, собственно говоря, весь ход событий и дискуссия по этому поводу велась уже не один год и не один избирательный цикл. Да. Что, собственно говоря, это логично. Логично, что именно таким образом поступили, что должна быть какая-то пропорция одномандатников и, естественно, партии, поскольку процесс партстроительства, укрепление партийных брендов, не просто брендов, а ведь за каждой партией определенные идеи, какая-то позиция и так далее. Я лично считаю, что это вполне логично. Там могут быть дискуссии, там вопросы, ну, собственно говоря, это всегда было, в том числе и в вашем эфире, относительно пропорции кандидатов. Там, некоторые говорят, что нужно 50 на 50, другие и так далее. Но случилось то, что случилось. В принципе, это не выбивается из общей идеи. Более того, многие, например, в том числе, вот я сегодня принимал на круглом столе, по-моему, некоторые даже говорили, в круглом столе общественной палаты, посвящен одному из законопроектов, некоторые говорили, что вообще должны быть исключительно одномандатные кандидаты. Ну, я лично считаю, что вот сейчас вот сама идея, она может быть у кого-то вызовет дискуссию с точки зрения исполнения деталей, но в целом идея верная. Верная, и она в принципе отражает справедливые, я подчеркиваю, справедливые возможности для избирателей. То есть есть возможность и за партийные бренды проголосовать, за какие-то общие идеи, что необходимо, и за конкретных кандидатов. То есть людям дают и то. Да, плюс дополнительно, насколько я понимаю, что вызывает дискуссия с точки зрения округов, вот я просто помню, вот специально посмотрел эфир с Намсер Викторовичем, который упоминал, что вот его идея была связана с тем, что каждый район должен иметь своего кандидата. Каждая территория. Или каждая территория и так далее, и так далее. Здесь, конечно, лучше посоветоваться с специалистами с точки зрения, есть же определенные нормы, которые определяют эти округа по количеству избирателей и так далее, и так далее. Пока в целом не видится мне что-то такое выбивающееся, из ряда выходящее, что-то несправедливое по отношению к нашим избирателям. Ну, пока так, если вкратце. Вы сейчас упомянули круглый стол, поподробнее. Общественная палата что проводит? Общественная палата вот сегодня пригласила меня в качестве, я так понимаю, эксперта на свой круглый стол по законопроекту, связанный с поправками, предложениями об изменении в закон о статусе депутата Народного Хурала. Ну, в частности, там все сводится к главной идее относительно того, что депутат должен законодательно, должна быть закреплена норма, что он должен отчитываться о своей деятельности, с тем, чтобы избиратели лучше понимали. В целом оно, конечно, не вызывает вопросов. Собственно, риторические вопросы на круглом столе был задан или там прозвучал он, что почему этого не было сделано раньше. Ну, наверное, все, почему не было сделано раньше, я имею в виду исключительно психологический аспект, все предполагали, что это, собственно говоря, настолько естественно, что это должно происходить. Может быть, даже не обратили внимания. Но это в качестве шутки, конечно. А то, что, допустим, это необходимо сделать, конечно, это необходимо. Единственное замечание, вот сегодня депутат горсобрания Диляна Игоревна Аюшева, да, она высказала замечание, или скорее это было как предложение, просьба с тем, чтобы площадку для отчетности можно было бы использовать Общественную палату Республики Калмыкия.
Ну, я, насколько понимаю, само по себе предложение не вызывает вопросов, тем более там руководитель общественной палаты Батыр Иванович Мучаев упомянул, что есть некое соглашение между Уралом и общественной палатой, в рамках которого можно такое взаимодействие осуществить. Но суть в другом, то есть суть в том, что и я лично специально обратил внимание на это, кроме обязанностей, которые прописывают к депутатам, должны быть очень четко прописаны их возможности. Возможности в том числе для проведения вот этих вот отчетных мероприятий. Потому что не секрет, что возможности у депутатов разные. Ну, проще говоря, кто-то побогаче, кто-то победнее. И, соответственно, там, допустим, организовать полноценную встречу с избирателями часто бывает, ну, технически бывает сложно. В том числе там было упомянуто по поводу ситуации, связанной с использованием площадок средств массовой информации, в том числе государственных. В идеале, наверное, у каждого, да, вы знаете, как вот госдумовская практика, у каждой партии, а учитывая там небольшое количество депутатов Народного Урала, в идеале, наверное, каждый из депутатов должен иметь, может быть, даже фиксированное время для в средствах массовой информации, ну, в частности, в государственных, или аккредитованных, будем так говорить. Вот. В связи с этим вот как раз все эти вопросы, мне кажется, необходимо упомянуть или уточнить, если быть правильно понятым, что кроме обязанностей у депутата должны быть четко прописаны возможности для отчета. То есть они уже обсуждают механизм, как это будет, да, происходить? Конечно, конечно. Я лично считаю, что это целесообразно, то есть все вот эти детали обсудить. И я лично приветствую инициативу общественной палаты, чтобы поучаствовать в этом процессе. В целом идея правильная, она действительно если потребовалось действительно законодательное закрепление, ну, наверное, так оно и должно быть. Но еще раз говорю, что в принципе целесообразно подумать об уточнении возможности депутатов для проведения этих мероприятий. Я правильно понимаю, Владимир Николаевич, да. То есть вы за принятие этого закона? За... Я лично считаю, сама идея о том, что обязанность депутатов отчитываться о своей деятельности, я лично считаю логичной. Бадмакатин Салаев, он был у меня в субботу, и как раз он один из инициаторов этого законопроекта. Угу. И мы с ним, я спорил с ним по этому поводу, чуть возразил, поскольку в законе о статусе депутата Народного Урала уже прописана норма о том, что депутаты отчитываются перед своими избирателями. Uh-huh. А какого там механизма, там вот уже каждая партия, каждый депутат, на мой взгляд, должен решать. Вот я, член КПРФ, мы всегда выезжали и в районы, и в городе всегда отчитывались после каждой сессии, ежеквартально, там, что Мир Горяйна, что Николай Ильич и другие депутаты. И на мой взгляд, говорить сегодня об этом, и вы видите, очень сколько много информации по этому законопроекту идет, мне кажется, что это такой, это политтехнология, такой пиар-ход мощной Единой России. Согласны ли вы со моим мнением или нет? Не без этого. Если... Это одно из тех заявлений, как вы сказали, вот какой-то новый прецедент, вот это вот, что вы имели в виду, когда говорили, без инцидента, без прецедента. Вот это прецедент тот, когда вот что-то происходит именно такое. Ну, я не считаю, что это... Да, я просто думаю, что это нормальная практика, и в том числе с точки зрения политтехнологий. Не без этого. А если есть возможность использовать какую-то ситуацию, это нормальная практика политической борьбы. Ну да. Да, и в данном правила случае... Правила игры для всех одни, пользуйтесь. Пользуйтесь, да, естественно. Если, ну почему? И другие партии должны что-то выдумать. Это ведь, как сказать, прав наш коллега из клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Николаевич Сиренко, когда говорил, что политическая деятельность, и в том числе депутатская деятельность, это как бы творческий процесс. И к нему действительно нужно подходить творчески, креативно. Разговора нет, у каждого бывают свои возможности, но тем не менее, если ты этими возможностями не пользуешься, ну, тогда, может быть, вопросы к твоему профессионализму. Но с другой стороны, если четко закрепить, вот Бадман Николаевич мне, Бадман Катинович мне говорил, что будет либо раз в год они отчитываются, либо раз в полгода, то если будет раз в полгода, я думаю,
прям обязанностью нам будет на что посмотреть. Это тоже интересно очень. Ну вот здесь вот, кстати, интересно, вы упомянули один момент, что вот в рамках своей партийной принадлежности, mm-hmm. партии вы и так проводите и так далее. Ну, здесь очень важно один момент учитывать, ну, на мой взгляд. Кроме того, что ведь все-таки Народный Хурал – это государственный орган. Да. Соответственно, здесь какие-то должны быть общие правила. Именно государственный подход. Не узкопартийный, а именно государственный. Ну, собственно для говоря, всех, чтобы один раз, да, для всех депутатов. Да. Угу. Николаевич, давайте перейдем к выборам. Вот угу. вы, у нас много партий в этом году. Угу. Какие бы вы выделили? Каких бы кандидатов вы отметили с учетом появления у вас одномандатных округов? Может, кого можете отметить? Нам Сергей Викторович приходил, отметил всех КПРФ. Вы как смотрите на это? Ну, давайте пообсуждаем вот так вот. Просто для ну, людей. Ну, во-первых, я уже упомянул, угу. пока лидирующим, доминирующим положение «Единой России». Это традиционно, и в данном случае я согласен, если партия власти не будет доминировать, то значит как раз что-то ненормальное происходит. Ненормальное происходит в политическом процессе. Это нормально, потому что некая доминирующая сила должна быть. Кого-то выделять из кандидатов, ну, мне кажется, на мой взгляд, не очень корректно. Да? Mm-hmm. Если, допустим, Мансур Викторович и другие кандидаты, там, может быть, смотрят с каких-то своих вот симпатий, это нормально. Я лично только приветствую. Но если смотреть с точки зрения исключительно, ну, будем так говорить громко слегка, но тем не менее, политологии, здесь вот все-таки хотелось бы просто немножко быть нейтральным, угу. смотреть что-то вот яркого, да, вот такого вот, я бы пока не выделил. Может быть, просто не слишком хорошо знаком с конкретными действиями или там какими-то шагами конкретных кандидатов. Это вполне возможно. Но вот все пока идет штатно, как я сказал в начале, то есть и идет к своему логическому завершению. То есть, ну а вы сами, штатно, да. спокойно. Ну а вы сами, как Самвел Валерьевич, как вы? Я бы отметил, вот у нас новая партия, новые люди, да, они у нас уже 2-3 года, и в 2021 году, когда я выдвигался, у нас был Андрей Чиджиев кандидат в депутаты, и сегодня они выдвинулись на Народный Хурал, при этом нет у нас здесь местного отделения, но ко мне приходила Гейрянова Дима, на лидер списка, и говорили, что они сейчас это формируют. Вот про новую партию, новые люди. Угу. Есть ли какой-то комментарий у вас? Ну, если вы говорите, понятно, все с лидером, со вторым. Угу. Ну, я насколько понимаю, что вот партия «Новые люди», она, слово «новые», наверное, здесь как раз ключевое, и с точки зрения возраста ее деятельности, и с точки зрения там поиска каких-то лиц, кандидатов конкретных, соответственно, их попытка действительно закрепиться в политическом пространстве региона, причем закрепиться как бы официальным статусом. Ну, первый шаг логичен, это вот избрание в некий законодательный орган. Вполне возможно, что если бы, допустим, ресурсы, может быть, позволяли какая-то активность, аналогичную деятельность распространить и на депутатский корпус других уровней, ну, это время избирательного цикла. Естественно, там то, что они пытаются позиционировать, то, что они пытаются делать, и чуть погромче о себе заявить, это все логично и так далее. Пока, наверное... Так, да, должно быть в рамках предвыборной. Да, предвыборной кампании, плюс дополнительно, конечно, там мое впечатление, пока ясности понимания их, допустим, позиций, именно как неких идей, которые бы ярко выделяли их на фоне других партий, я бы не заметил, во всяком случае, не заметил не с точки зрения того, что я не знаю, а с точки зрения того, что насколько это понимает избиратель. Mm-hmm. Исключительно, наверное, смотрит просто на некие новые лица. Mm-hmm. С точки зрения идей, предложений, пока, наверное, это не так заметно, не так известно. Но я так думаю, что время еще есть, тем более целый месяц впереди еще этой избирательной кампании. Я не понимаю, что-то еще у нас недавно... Тоже был Санал Аляевич Баваев, это партия пенсионеров.
единственный из партии пенсионеров, кандидат по одномандатному округу, единственный тот, кто собирал подписи, поскольку партия не имеет квоту. Знаете, да, об этом, то, что он выдвинулся по третьему округу, за 3 дня собрал подписи, уже такой у него энтузиазм. Повысился. Да. Как оцените вот, партию пенсионеров? Уже, мне кажется, еще один игрок, кстати, он тоже выдвигался в Госдуму. Есть какой-то комментарий по этому поводу? Партия пенсионеров – это уже не новый игрок. Не только в федеральном политическом пространстве, но и на территории нашей республики. Соответственно, достаточно известный. Ее идейная платформа понятна. Что касается конкретных перспектив, пока сказать очень трудно. Все зависит от ресурсов, возможностей, идей, в том числе позиций. Ну, чисто политических инструментов, для которых, естественно, нужны ресурсы. Вот. Как это выглядит, пока не ясно. И здесь, допустим, прогнозы в отношении этой партии, конкретных ее представителей, ну, пока делать рановато, в том числе и с точки зрения, там, допустим, каких-то ярких прецедентов, я имею в виду, собственного позиционирования. Пока вот посмотрим. Вот единственное, вот я обратил внимание, общее место стало, во всяком случае, я посмотрел вот в ваших эфирах, все, ну или почти все упоминают удачный праймерис Единой России, который они провели с точки зрения подбора кандидатов, что это действительно появились некие новые лица, какие-то новые люди, и это действительно так. Единственное, позиционирование их пока еще, наверное, недостаточно, но это исключительно с точки зрения, наверное, времени. Сейчас... То есть до конца не поймем, кто такие? Вот это ну интересно. Да, я так думаю, что для этого необходимо и время, и в том числе ресурсы, и какие-то усилия. Я так думаю, что это вопрос времени. Тем более сейчас избирательная кампания вступила в более активную фазу. Я так думаю, что сейчас будет более ясно, более понятно. Ну, будем ждать интересных шагов. Вот две партии, Единая Россия и КПРФ, в общереспубликанский список, 3 человека, что в первом списке у партии Единой России идет глава республики Батур Сергеевич Хасиков, Елена Лотник и Валерий Чилов, герои, да? Герои СССР, по-моему, да? Герои Советского Союза. У КПРФ Николай Нуров, Петр Иранженов и Мигмир Бембеевна. Мигмир Бембеева. Вот усиление списков. Вот что Петром Валентиновичем коммунисты усилились, и там Валерий Николаевич. Вот важный комментарий по этому поводу. Комментарий в чем? Усиление это или не усиление? Да, усиление. Ну, безусловно, конечно, это усиление. Здесь вопросов нету. Может быть, с точки зрения каких-то поколенческих вопросов, да, с точки зрения поколений, там многие поколения не совсем знают. А вот конкретно, я так понимаю, что вы имеете в виду здесь двух конкретных. Да. Валерия Николаевича Ачирова и Петра Валентиновича Иранжанова. Более старшее поколение, ну и мы с вами в том числе, да, понимаем, что это усиление. Что касается более молодого поколения, ну, наверное, их нужно лучше информировать, дополнительно информировать. Я так думаю, в этом смысле усилия проводятся. А то, что это действительно усиление, да, я констатирую, что это действительно принесет дополнительно, безусловно, и... Валерия Николаевича Ачирова мы все прекрасно знаем с точки зрения его статуса и вообще как фигура его очень заслуженная и так далее. Ну и Петр Валентинович Рынженов, герой Калмыкии. Да, тут да, герой, да. Советского Союза. Да, герой Калмыкии. Это тоже очень удачно, если мы с вами упомянули вопрос политтехнологий в том числе. Да, это все удачные решения. На фоне этого, да, другие партии как-то вот не оказались, пока еще, наверное, не оказались на высоте. Может быть, за счет каких-то других ресурсов, каких-то других ходов все это усилится. Ну, посмотрим. Посмотрим. То есть, ну, а вы сами-то, Слава Валерьевич, как вы эти оцениваете? Я имею в виду вот с точки зрения подбора кандидатов.
вот, наших партий, вот, участников этого выборного процесса? Я повторяю, я говорил уже, да, партия «Единая Россия» действительно провела неплохой праймерис, провели социологию, появились новые лица, особенно кандидаты по одномандатным округам. Вот северные районы, все новые лица, что Амиков, Цебеков, Какаев, Никитин, кстати, Айс был на интервью. Вот. Новые лица и там Лотник в городе, в Яжалтинском районе, по-моему, Аздоров. Вот новые лица, да. Некоторых я знаю и считаю их достойными кандидатами. В КПРФ тоже выдвинула, вот Петра Валентиновича я бы отметил. В КПРФ тоже есть новые люди, есть и активисты, которые... есть люди-активисты, доверенные лица, которые со мной работали на предвыборные. Это Артем Ильдниев идет по Сарпинскому району, здесь Борис Балеев идет, Оксану Сан-Санжину я бы отметил. То есть есть достойные люди и, по крайней мере, есть за кого голосовать. И для этого-то и был проект придуман, чтобы показать всех. Я, поскольку я считаю, то, что вот на фотографии там, или в ходе видео, когда кандидат просто говорит свой монолог, мы не увидим того эмоционально-чувственного контекста, не увидим там ту сущность человека, качество. И для этого я, ну, да, я решил это делать. И вот, да, я, может быть, был на круглом столе, я был тогда... готовился к войне, но сейчас я понимаю, что уже... Кстати, вот выборы... в этой связи вопрос... Вот, я согласен. Да, я вот... Почему сами-то не принимаете участие в избирательном процессе? Тем более, что вы уже весьма зарекомендовали себя по итогам кампании 2021 года. Мы даже отметили вас в своем, тогда я помню, экспертном опросе в рейтинге политическом. И, соответственно... У многих вызвало вопрос, а почему же, вот, казалось, это на поверхности, о том, что вы примете участие в этом избирательном процессе, но вот выяснилось, что вы избрали для себя другой амплуа. Да, я еще в апреле месяце я сказал своим сторонникам, что у меня есть определенные субъективные причины, по которым я не буду выдвигаться в Народный Хурал. Ну, меня, в принципе, поддержали. Так, ну, пока я сказать об этом не могу, но я считаю то, что есть достойные люди. Есть, и мы всех показываем. И сейчас, знаете как, я записывал видео, и я считаю то, что именно на политической основе быть таким агрессивным, воевать, да, в кавычках. Просто выборы 2021 года показали, как, думаю, не надо себя вести. В том числе представителям и власти, и представителям там, оппозиционных, резать шины, толкать людей, рвать футболки, отбирать телефоны, ну, угрожать. И я считаю, то, что это не та как бы, площадка, не то действие. Да? Наоборот, выборы — это то, где нужно наоборот спокойно провести, как сейчас проходит, объединиться. Пусть будет по-честному, вот для этого этот проект и создан. Понимаете, и мы сейчас, я считаю, то, что страна в очень тяжелом положении, еще ждут такие испытания. И идти вот так, как было в 2021 году, я считаю, что не должно быть. Вот так. Но не исключаете, да, для себя дальнейшем участие в политическом процессе, в том числе как субъекта? Ну, я скажу, вот я провожу проект в том числе и для себя, я тоже несколько эгоистичен. Я остаюсь в публичном пространстве, на этом стуле будут сидеть 45 человек по очереди, и в 45 я здесь тоже, меня будут видеть, и я как бы остаюсь. Михаил Николаевич, вот я в своих передачах в заключение всегда даю слово там, для пожелания нашим землякам, подписчикам, что-нибудь. Что пожелает Калмрод нашим землякам? Ну, наверное, скажем так, пожелание это прерогатива, наверное, конкретных кандидатов, политических деятелей и так далее. Единственное, я упомяну о тех задачах в конечном итоге, которые, допустим, региональное отделение калмыцкое российское общество политологов ставит перед собой.
конкретно на территории Республики Калмыкия. Ну, пусть это, может быть, абстрактно прозвучит, но мне кажется, рефреном и фоном это звучало и в процессе нашей с вами беседы сегодня. Все-таки повышение уровня политической культуры. Я так думаю, что вот, собственно говоря, и ваш проект этому способствует. Ведь как бы ведь посыл, позитивный посыл, который вы для себя ставите, когда создали этот проект, с тем, чтобы конструктивный диалог, да, то есть беседа, без каких-то эксцессов, в том числе, мягко говоря, пограничных с соблюдением закона. И в данном случае вот эти задачи ставим перед собой, ставят перед собой и региональное отделение. Повышение уровня политической культуры, в том числе, если вы обратили внимание, все наши мероприятия, прежде всего вот круглые столы, в которых вы принимаете участие, это дискуссия. Обмен мнениями, обсуждение и так далее. И лично я считаю, что это, во-первых, идет на пользу, потому что люди, если это увидели, транслировалось это все, в конечном итоге, кроме, конечно, естественно, некой такой жесткой риторики, идеологически иногда переходили на личности, но в целом это все было именно в рамках вот именно дискуссии. Я лично считаю, что вот это конечная такая вот цель. Результаты в той или иной степени не благодаря только вот круглым столам Российского общества политологов, но просто мы одни из участников этого процесса и только приветствуем с тем, чтобы политическая культура в Республике Калмыкия только повышалась. Я приветствую вот ваш проект в этой связи, он как раз, во всяком случае, совпадает с нашими, да, целями и задачами. Плюс дополнительно я лично считаю, что вот что было бы важно и необходимо, и не отпускать эту тему, и работать, это как бы совместная ответственность и общественности, и властей в том числе, это формирование, поддержка и, более того, серьезное внимание к созданию, формированию экспертного сообщества в Республике Калмыкия. Потому что что такое экспертное сообщество? Это специалисты. Специалисты по конкретным областям, которые действительно могут своими знаниями способствовать целому ряду процессов, да, практически всем процессам, если говорить о вообще Республики Калмыкия, это не ограничивается только экономикой или там народно-хозяйственным комплексом. Ну, это и касается и других всех вещей. Вот, соответственно, я лично считаю, что вот этот аспект необходимо лелеять, способствовать его формированию, и это пойдет только на пользу всем, конечно, практически всем. И третье, что вот мы действительно для себя ставим какую задачу, это все-таки наконец-то, да, создание, мы обсуждали это на протяжении нескольких лет с руководством Калмыцкого государственного университета, об открытии либо кафедры, либо отделения, ну, о факультете мы не говорим пока, конечно, о кафедре или отделения политологии в нашем Калмыцком государственном университете. Это необходимо, причем, допустим, многопланово, в том числе с точки зрения формирования специалистов не просто научных, но именно практической политики, практической политологии, что, на мой взгляд, также, если не более актуально. Я лично считаю, что это важная задача, мы, в принципе, нашли понимание с Калмыцким государственным университетом, плюс дополнительно мы это обсуждали и на уровне представителей руководству республики с тем, чтобы этому способствовать. Это было и раньше ретроспективно. Надеемся, что и сейчас здесь это понимание есть. Вот те задачи, которые мы ставим перед собой. В принципе, лично считаю, что вот именно так было бы корректно обратиться о том, какие задачи мы ставим перед собой. Спасибо, Матвей Николаевич. Необходимо повышать политическую культуру. Так. Ну, если упрощенно, как коммунисты, да, то есть. Спасибо, что пришли. Пожалуйста.